Бросил пить и начал бегать. Мой вам совет. Не надо так резко, как я. Не надо. Пусть хотя бы пару часов пройдет. Когда-нибудь видели бой носорога и гориллы? Нет? Я тоже. Тогда я покажу, как гусь играет на барабане. Ты знаешь, каким был Ромео до знакомства с Джульеттой? Каким? Живым. Ого, ты сама это приготовила? Да. Тогда я не буду. Отечественный АвтоВАЗ. Прямо сейчас мы перегреваемся. Но как это отремонтировать? Да нужно просто уебать по панели, блядь. Уже чуть-чуть снизили температуру. Еще что-то горячо. О, то, что нужно. Говорит, что мужчине посуду мыть не нужно. От этого разные недоразумения случаться могут. Это верная так примета. Так и знал, блин. Жарится сезонно. Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Девушка, да не слушайте вы его, у него трипер. Короче, мужики, я не знаю, у меня у одного так, или может еще у кого-то, собрались на корпоратив. Я вот собираюсь одеть вот эти сапоги, в них я дойду, в них я буду танцевать. У жены же нет, все у нее по-другому. У нее надо в одних дойти, в других потанцевать. Но если у нее устанут в этих ноги, ей надо еще взять третью пару, чтобы дотанцевать до конца. Я думаю, ни один человек умер на этом диване, ни одна пара ебалась. Но я надеюсь, что я сегодня не умру, и как минимум меня сегодня здесь не выебут. Прокуратура задержала женщину, которая давала взятку начальнику ГАИ не деньгами. Давала прямо в его кабинете не деньгами. Суд, не подумавший, постановил возместить это дело в 30-кратном размере. И теперь никто не знает, как это постановление выполнять. Потому что начальник ГАИ брать отказался. Лучше. А я у тебя красивая? Да. Я выгляжу на все 100. На 100 лет или килограмм? Не понял вопрос. Раньше я думал, что я дрался, ебался и купался. Сейчас, когда я начал выздоравливать, я понял, что меня били, ебали и топили. Ма, ай, вот скажи мне, какой мех самый дорогой? Ну как какой? Норка, шиншилла там. Странно, а папа говорит, чего? Что самый дорогой мех какой-то мандатры. Кого-кого так? Стоп! Почему самый дорогой? Ну, 5 минут потрогал, и 21 год уже платит. Ах, мандатр, значит, дорогая. Сейчас, так, где он там? Если вы пригласили девушку на свидание, сели за столик, и она перевела свой телефон в авиарежим, то имейте в виду, не один вы пользуетесь данной авиакомпанией. Алло? Санек? Санек? Вы, наверное, ошиблись. Это Лена. Лена? Ну, не знаю. В телефоне у моего мужа ты Санек. Пошел нахуй, мы едем. Я могу сказать, что моему мужу очень повезло, потому что я абсолютно неревнивый человек. Я неревнивая женщина. Ну, то есть ты сегодня выложил фотографию со своей танцевальной вот этой партнершей, я тебе даже ничего не сказала. Потому что я понимаю, что ты любишь только меня. А если ты меня любишь, ты удалишь это фото. Удаляй. Многие спрашивают, как ты в 50 лет выглядишь на 40. Ну, во-первых, каждое утро зарядка – это неотъемлемая часть. Второе – более или менее здоровое питание. Ну, а третье, мне 29, блядь, так что я хуй его знаю. Лёш, а если я прыгну в реку, ты бросишься меня спасать?
А если я скажу да, ты точно прыгнешь? А как вы работаете водителем? Вы же пить любите. Пить любят жирафы, Саша. А я бухать люблю, понимаешь? Ты у меня такая красивая, нежная. Секса не будет, я очень устала. Эгоистка неблагодарная. И вообще, борщ у тебя кислый и жопа толстая. Сказали, вакцинация добровольная, блядь. А приехало 4 санитара, буха я, блядь. Я ебал, я в бункер, блядь. Все, ебись оно. Викуль. А? А чё ты там к косметологу ходила? Да. Чё сделала, хвались. Вот. Нихуя себе. Это чё такое? Биоревитализация. По-моему, ты сегодня к маме переезжаешь. Вагон оторвался. Знаешь, как удвоить цену твоего Ланоса? Заправить полный бак. Я что-то не пойму, ты что за белое пятно меж ног? Так это, йогурт? Лизни. В смысле? Собрался нанять новую секретаршу. Да? Ну ты это, только смотри мне, молодую не нанимай и симпатичную. Найми лучше какую-нибудь женщину в годах, не очень хорошенькую. И лучше с лишним весом, чтобы она у тебя вообще и в мыслях даже не вызывала никаких эмоций, ну, в этом плане. Нет проблем, дорогая. В понедельник выйти на работу сможешь? Утром мы не хотели завтракать. И тогда мама сказала... Быстро, блядь! Каждый день бы так. Вот говорила мне мама, сынок, учись хорошо, закончишь институт, купим тебе машину в кредит. Может быть, даже иномарку. Господи, как хорошо, что я троечник. Давай покажи, пози. Не, понятно. Просто показываем типичных владельцев BMW. Нахуя это делать? Зая, у меня есть для тебя подарок. Какой? Самый лучший. Подарок сделан своими руками. Смотри. Видишь, стразиками сам украсил. Нормально вообще? Ты мои ботинки. Ну и что? Я ни разу еще не одевала. Ну так я их сам сделал. Зачем ты мне это сделал? Просто захотел тебе подарочек сделать, сюрприз. Ты знаешь, сколько они стоят? Сколько? Ты говорила, что они дешманские, ты их по распродаже взяла. А где ты вообще стразы взял? Ну, с той сумки с Дисманска, что купила. С моей новой сумки, что? Ну, да. Нравится? Сука, безумно. Ну, вот так открыли капотину, вдвоем заглянули туда. Я говорю, братан, ты что-нибудь понимаешь? Он говорит, нихуя. Я говорю, я ровным счетом так же. Закрыли, мужик спрашивает, ну как мы такие? Да все, заебись. Оля, скажу к Сане ненадолго, хорошо? Пока посуду не помоешь, никуда не пойдешь. Оля, ты же знаешь, почему в Индии самые крепкие браки? Почему? Потому что мужу на свадьбу дарят ружье, жене красную точку на лбу рисуют. Почему я постоянно плачу, Вашаня? Почему я плачу за квартиру? Что ты за мужик такой? Ты же должен быть добытчиком. Угу, так я и есть добытчик. Добыл бы нормальную бабу и не парюсь. Ты охренел? Вот так вот, а. Холостяк, блядь, спахнул. Холостяк! Да тихо ты, я видео, блядь, записываю, Маша! Приходит к сексопатологу, говорит, доктор, у меня проблема. Слишком рано кончаю, жена недовольна, как бы на этой почве постоянно ругаемся. Доктор говорит, я знаю, как вам помочь. Сходите в спорттовары, купите себе стартовый пистолет. Вот, и как будете чувствовать, что у вас уже подходы, выстрелите, вас отпустит, и вы как бы, ну, сможете продолжать. Он, спасибо большое, доктор, уходит. Через 2 недели приходит к этому же доктору, говорит, доктор, все пропало, я с женой развожусь, у нас, ну все. Он, а что случилось? Он, да я сделал, как вы сказали, пошел в спорттовар, купил стартовый пистолет. У нас с женой дело к сексу, короче, у нас, ну, ложимся на кровать, у нас прелюдия, поза 69, она сверху, я снизу. Тут я чувствую, что у меня подходы, я достаю-то стартовый пистолет, говорит, как, ебну в потолок. Так мало того, что мне на лицо насрали, еще и сосед с поднятыми руками из шкафа вышел. У меня вот в Ниве тоже такая хуйня стоит.